Вот бобры срубили ивы. Они их подрубили вот так под пенек, а потом уже срезали верхние части и сплавили их вниз уже по течению, ну или утащили ветки. Там сделали плотину. Вот прям видно, как они вот разгрызали. Кстати, даже веточка какая-то осталась. Аж всю кожуру срезали. Это вот дело бобров.